Белого верблюжонка, родившегося в Красноярском зоопарке, сегодня поместили в уличный вольер. Ему всего 12 дней, пока его выхаживают зоологи Руева ручья. Сначала маленькую верблюдицу кормили молоком матери, но теперь перевели на обычное. В день четвероногий малыш выпивает до 2,5 литров молока. Пока что маленький корабль пустыни живет в вольере вместе с козлятами Японии. Верблюдица очень ласковая, и когда она окрепнет, все желающие смогут с ней сфотографироваться. Ее уже учат красиво позировать. Работников парка она уже узнает и даже пытается поцеловать. Также все желающие могут поучаствовать в выборе имени для малышки. Для этого нужно написать свой вариант в группе зоопарка в социальных сетях.